Всем привет! Сегодня делаем такой замечательный тюльпан. Делается очень просто. Для поделочки понадобится квадратный лист формата 21 на 21 сантиметр и еще небольшой кусочек, ну, я не знаю, 10 на 20, где-то такого размера. Приступим. Берем большой лист, складываем его по диагонали. Разворачиваем и еще раз по диагонали. Раскрываем, переворачиваем пополам. Сделали. Раскрыли, перевернули, вот сюда вдавливаем пальчиком, берем за краешки и складываем треугольничек. Прогладили. Каждый уголочек подгибаем кверху. Сделали. Перелистываем. И проглаживаем. Смотрите, у нас здесь есть кармашки. Один кармашек и второй кармашек. Что мы делаем? Один уголочек заправляем во второй кармашек. То есть вот так раскрываем и в него заправляем уголочек. Примерно вот так проглаживаем. Вот что получается. Переворачиваем. То же самое. Раскрываем кармашек и в него заправляем уголочек. Сделали. Перелистываем, прожимаем всю бумагу, раскрываем. Вот здесь есть отверстие, его нужно чем-то раскрыть. Делаем немножко больше и теперь дуем. В это отверстие нужно надуть. Надули. Поправляем все. Откладываем в сторону. Берем нашу полосочку. Из нее нужно сделать трубочку.
Берем клей. Смазываем. И проклеиваем. Ждем, когда засохнет. Сделали. Вот в это отверстие вставляем нашу трубочку. Сделали. Тут есть краешки, уголочки. Мы их отгибаем, делаем лепесточки. Ну вот и все. Наш тюльпан с вами получился. Ставим лайки, подписываемся на мой канал.